Покажу, как варисторы снимают импульсы обратное напряжение. И они вообще-то греются, поэтому я два в параллель поставил. Варистор называется P3971-1516. Это на 33 вольта вроде бы. Или 39 там. У них много всяких напряжений. 31-39 вольт, что-то такое. Питается вот схема 20 вольт. Вот я поставлю на сток и на эмиттер его. Вот как уберет он импульсы. Обратный ADS. Тут качается на одном транзисторе. Вот. На этом трансформаторе я его перемотал. Горячий уже, видимо, от этих импульсов нагрелся. Вот потребление 3,1 ампера. Теперь нужно его подключить. Вот видны импульсы, они зашкаливают. Вот. Включаю. Вот как они уменьшаются сильно. И уже начинают сами варисторы греться от этих импульсов. А вот поставлю теперь более высоковольтный варистор. Он вроде бы на 800 вольт. На 80 вольт. То есть 1,4D10,1K. Вот тут его характеристики. Вот этот 14D101K. Вот он 60 вольт. Это 60 вольт его, он начнет допустимое напряжение. Он ничего, когда будет 60 вольт, он ничего не будет там коротить, как будто его нет. Когда начнется напряжение 70, 85 вольт, он начнет уже коротить. Когда 90, то уже еще больше коротить начнет. И когда 100, еще больше коротить. 110, он вообще начнет хорошенько максимально коротить. И или может это погрешность. И вот тут какой в импульсе ток он может. 165 вольт и 50 ампер может. И вот тут еще самый максимальный ток в импульсе 4500 ампер. Это емкость 3500 пикофарад. Это рассеиваемая мощность 0,6 ватт. Ну вот, им попробую. Покоротить обратную ADS. Но он не так сильно будет коротить, как тот, потому что тот более низковольтный. Вот он тоже уменьшает амплитуду, но не так значительно. Вообще их больше купил, но зря, лучше было. Нужно было тех больше купить. Слабо действует. Еще есть вот какие-то тоже, например, такое самое напряжение чуть повыше. Нет, конденсатор.
тоже конденсатор. Какие-то тут. В общем, выключу. Какие-то 7D101К. Где тут 7D101К? Вот 07D101К. Может быть это. Ну, в общем, не знаю. Что-то. Ну, я, в общем, покупал по интернету, он где-то тоже немножко выше напряжения, чем тот. Ну, думаю, он будет слабо убирать импульсы. Тоже убирает. Вот сразу чувствуется, как он нагревается. Что горячий становится. То есть хорошо, значит, забирает на себя импульс. А вот теперь снайпер буду подкоротить тоже. Посмотрю, какая, как он будет убирать импульс. Вот это снайпер. Вот это конденсатор 2,2 нанофарада. Ну, может, 2 нанофарада. Тут резистор, кажется, или 3 Ом, или сколько-то. Идет. Вот снайпер как-то тоже не очень хорошо коротит. Нужно побольше емкости, чувствую. Еще в параллель. Еще вот, может, даже не 2 нанофарада надо поставить. Каких 4 нанофарада. Вот. 3,3 нанофарада еще в параллель надо ему подключить. Резистор 12 Ом. Вот теперь уже намного лучше убирает. Так, и какая частота, посмотреть, чтоб пятнадцать килогерц. Но на более высоких частотах нужно поменьше. Это емкость. На 15 кГц можно вот побольше. Я поставил 22 нанофарад конденсатор. Вот такой. Тогда вообще импульсы такие, как и у вот этих красных варисторов. Уже эти красные уже ничего не снимают почти. Немножко что-то там меняют. Амплитуда примерно одинакова. Нет, вот так, когда развертку поменял, все-таки снимают. Греется. Уже основную часть снимает вот этот резистор. Он уже начинает так горячий уже. Резистор тоже горячий, но это может он нет
того, что его диод греется, он нагревается от того просто, что его сопротивление слишком большое. Это RF640N. Вот для снайперов купил 6,8 Ом резистор. Но как я увидел, что если ставить тот нанофарад, 22 нанофарада, тогда они будут перегреваться очень сильно, наверное. Поэтому нужно было не 2 ватт, а 5 ватт покупать. Но я думал, сэкономлю. Вообще-то, как тут однотактный, то тут нужно обмотку размагничивания еще намотать тонким проводом, и чтобы обратная ЭДС на обратно на питание шла, тогда не будет ни и КПД выше, вся энергия не будет просто на тепло идти, и обратная ЭДС пойдет обратно на питание. Я по своей схеме попробовал делать, потому что по других схемах я сколько ни делал, ничего не получается, никакой прибавки нет, не то что по Руслану, не то что по другим схемам других людей. Поэтому пробовал по-своему делать. Вот тут качает первичная обмотка трансформатора Tesla. Это вот Tesla на 400 кГц, если без этой. Потом тут обмотка, и чтобы крутить частоту и попадать на разные там кратности. Чтобы так не передавать, как обычно передают на другую, от Tesla облучает, а чтоб сразу она передавала на катушку, так меньше деталей будет. Но тоже не получается ничего, никакой сверхъединицы. Включу Tesla. Тут можно покрутить частоты. Тоже свисты всякие есть.